Твери в микрорайоне Южный прошла первая божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Служение провел митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. А подробнее о данном событии расскажет Наталья Федорова. Более 16 лет жители микрорайона Южный не только ждали открытия храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», но, как говорится, подождав, ты обретаешь все, и это действительно так. Сегодня наш правящий архиерей, владыка митрополит Амвросий, служит первую литургию в новом храме. Это еще не освящение престола, но все равно первая литургия епископа в новом храме. Храм этот строился очень долго, и пока он еще до конца не достроен, будем так говорить, но уже он полностью готов к богослужению. Храм назван в честь иконы Божией Матери. Считается, что этот образ славится исцелением от нарко- и алкозависимости, а также от табакокурения. Икона Божией Матери, неупиваемая чаша, она наша самая главная поручница или помощница. А уж тем более, если и собор в честь этой иконы, то это очень большое событие. Символично и то, что служение прошло 12 июля, в день апостолов Петра и Павла. Этот праздник занимает важное место как в церковном, так и в народном календаре. Сегодня у нас будет происходить освящение храма, приедет владыка Тверской-Кашинский Амвросий. Поэтому вот приехал поддержать в этот великий праздник отца Александра и, естественно, побыть на этой первой литургии и поучаствовать в процессе. На первое служение храма пришли жители не только из Южного, но и из других районов города, а также гости столицы Верхневолжья. Для нас большая честь от лица Международного центра Святой Лавры Руси Православной посетить первую божественную литургию, которая станет символической литургией не только для всего района, но и, на мой взгляд, для всей Тверской области. А в завершении богослужения митрополит Амвросий поздравил всех со светлым праздником.